Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 7.46 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда». Александр Цариков и Павел Филиппов с вами. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Ну, хорошо, давайте вот о чем поговорим. То самое неприятное заболевание. Неделя эта посвящена борьбе с заражением и распространением гепатита С. И с нами на связи Елена Хохлова, начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний городской клинической больницы номер 14, врач-эпидемиолог. Елена Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вообще, что такое этот самый вирусный гепатит С? Что это такое и чем это опасно? Да, смотрите, значит, существует целая группа вирусных гепатитов, может быть, вы слышали, то есть это гепатит А, Б, С, то есть можно долго продолжать. И в этой группе есть несколько, в частности, гепатит Б, гепатит С, которые относятся к группе парентеральных гепатитов, то есть они передаются через кровь. Вообще, если так коротко сказать, то это вирусное поражение печени. А так как печень у нас играет очень важную роль в организме, да, то есть фильтрует кровь, благодаря печени идет у нас через кровь усвоение питательных веществ, помогает бороться с инфекциями, то поэтому, когда вирус нарушает работу вот печени, то тогда в организме начинают происходить различные неприятные вещи и пагубные последствия. Так, а в чем опасность именно гепатита С? Вот из всех тех букв вирусов, которые вы перечислили, правильно ли понимаю, что он самый трудно, наверное, излечимый, или это не так все-таки? Так, ну в чем опасность? Во-первых, понимаете, значит, длительное время гепатит С, даже если человек заразился, ну инкубационный период там 6 месяцев, то есть вот в течение до полугода человек может вообще ничего не чувствовать. Но в это время вирус, он уже продолжает, уже ведет свою вот эту вот борьбу с организмом, идет нарушение клеток печени. И затем могут появляться такие симптомы, которые, ну, трудно, скажем так, сразу же определиться, что человек заразился гепатитом. Так. То есть это повышенная утомляемость, может быть, аппетит снизился, тошнота, какие-то боли в животе и так далее. Ну, то есть симптомы это такие общего характера, да? Общего, да. Человек, как правило, не обращается за медицинской помощью при таких симптомах. А затем уже начинается период, когда вдруг человек начинает себя очень плохо чувствовать, обращается к врачам, сдает анализ крови на биохимию, и там видны уже значительные изменения в клетках печени. А вообще опасность вирусного гепатита С заключается в том, что он может даже вызывать впоследствии цирроз печени и даже рак печени. То есть вот такие вот вещи. А вообще есть даже такой термин «ласковый убийца гепатит С». Это именно потому, что он длительное время никак себя не проявляет, а в организме изменения уже происходят. Сколько времени может в таком вот формате он человека убивать, когда человек сам ничего не замечает? Как долго? Ну, это у каждого человека по-разному, зависит от исходного состояния печени, зависит от того, какой образ жизни человек ведет, применяет ли какие-то препараты, вот. Ну, как правило, людей действительно, вот, может это несколько месяцев происходить, начинает постепенно все больше и больше беспокоить такое состояние, и если человек пошел по правильному пути, то есть его терапевт направил к гастроэнтерологу или к инфекционисту, ему назначили противовирус препараты, то, в принципе, излечиться от гепатита С можно. Но дело в том, что лечение, хотя препараты эти у нас постоянно совершенствуются, но препараты эти имеют побочные эффекты, и курс лечения достаточно длительный. И в период приема препаратов, значит, тоже может быть депрессивное состояние и какие-то такие симптомы, напоминающие грипп. Но, в принципе, вылечиться можно. Главное, в общем-то, сказать, внимательно относиться к своему здоровью и пораньше обращаться к врачам. А правильно ли я понимаю, что еще относительно недавно, я подчеркиваю слово «относительно», гепатит С был неизлечим, ну или считался таковым?
Да, это было действительно так, считался неизлечимым заболеванием, но в настоящее время есть даже программы такие в здравоохранении, то есть гастроэнтерологический центр, 40-й больницы, допустим. Вот, и эти препараты, человек, когда попал в эту программу, то препараты эти выдаются бесплатно. Если лечиться самому, то противовирусные препараты очень дорого стоят. Поэтому, в общем-то, делается много для того, чтобы пациенты получали бесплатную помощь. Просто для понимания, как этим вирусом заражаются? Где его можно подцепить? Да. Вот я в самом начале сказала, что это группа парентеральных гепатитов. То есть заражение через кровь происходит. То есть как это может происходить? Понятно, что группа риска – это люди, употребляющие наркотики. Значит, шприцы, да, когда пользуются, тем более, что одним и тем же шприцом несколько человек. Такие еще вещи до сих пор встречаются, к сожалению. Значит, можно заразиться, вот сейчас широко распространено тату, да, косметологические процедуры. То есть, если это делается не стерильными инструментами, это тоже может произойти. Но и половой путь заражения. Ну и, конечно, если мамочка больна гепатитом С, то внутриутробно тоже ребенок может, плод может быть заражен. Я знаю просто несколько человек, два или три человека мне знакомы, которые заразились у стоматолога. То есть других путей явно не было, грешат, так сказать, туда. Это действительно такое могло быть? Вы знаете, я думаю, что если это государственная клиника, то есть все-таки в государственных клиниках большое внимание уделяется соблюдению санэпидрежима, то есть все инструменты проходят несколько этапов обработки, там дезинфекция, предстерилизационная чистка, стерилизация, то и очень много одноразового расходного материала, риск минимальный. Но я точно знаю тоже по своим знакомым, что кто-то идет лечиться на дому где-то, бывает, что какие-то даже где нет лицензии, то есть, возможно, потому что в стоматологии очень много таких, скажем, мелких инструментов, которые трудно обработать. Здесь важно, чтобы все делалось правильно, как положено по санитарным правилам. Понятно. Если говорить про профилактику, что можем рекомендовать? Что можем рекомендовать? Значит, все эти тату, косметологические процедуры делают только в учреждениях, которые имеют специальную лицензию, да? Значит, дальше, если в быту у вас тоже такие вещи бывают, есть человек, страдающий ВИЧ, допустим, гепатитом С, то нужно соблюдать такие меры, как индивидуальная бритва, индивидуальная зубная щетка, индивидуальные маникюрные принадлежности, защищенный половой контакт, то есть такие вещи соблюдать, потому что заражение, если может произойти, то есть кровь, если больного человека попадает здоровому через эти предметы, возможно заражение, то есть таким образом. Основное это, пожалуй. А вот я еще задам вопрос буквально из своей практики. Я некоторое время назад оказывал первую медицинскую помощь, человек артерию порезал, и как раз-таки я пытался, в итоге все удалось, зафиксировали, наложили как раз. Кровь остановили. Да, кровь остановили, но все равно кровь меня зацепила, потому что она прям вытекала под большим давлением. Это тоже опасность? После этого что-то нужно сделать? Это опасно тогда, когда у вас есть какие-то повреждения на коже, на слизистых. Если попало на неповрежденную кожу кровь другого человека, то надо просто очень тщательно смыть водой. Но если уж вы хотите, так сказать, подстраховаться, то можно обратиться в тот же центр СПИДа, так сказать, надо тогда понять информацию, кто был этот пациент, то есть они проверят по базе, состоит ли он на учете, потому что, да, если человек с ВИЧ-инфекцией, у него, как правило, бывает и гепатит Б, и гепатит С, и вам назначат тогда противовирусные препараты. Но, в принципе, попадание крови на неповрежденную кожу, риск заражения минимален. Окей. Спасибо большое. Спасибо большое. С нами на связи Елена Викторовна Хохлова, начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний городской клинической больницы номер 14, врач-педиатр. Напомню, что неделя эта посвящена у нас борьбе с заражением и распространением гепатита С. В общем,
рекомендации довольно простые. Следуйте и будьте здоровы. Да, совершенно верно. Ну и напомним, что сейчас это излечимо, это не приговор. Да, это не быстро. Не быстро, совершенно верно, но это не приговор, и это излечимо. Самое главное. Такие дела. Друзья. Да, сейчас сделаем небольшую паузу. Совсем скоро вновь вернемся в эфир. Далеко, друзья, не уходите. Продолжим пятничный наш эфир. Сариков, Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.